В очередной раз свое утро барнаульцы сегодня встретили в пробках, и многие жалуются на то, что если снег и убирают, то как-то не так. В основном мешают те самые валы, которые сгребают ближе к обочинам, и за них уменьшается количество полос. И сегодня мы поехали посмотреть сами на состояние дорог, как их убирают, и поговорить с теми, у кого больше всего наболело. Да, я хочу заметить, что очень отвратительно, и уже... Прошли все праздники, и дороги вообще не расширяются, вообще никак не расширяются. Я хотел бы, чтобы на это внимание остро вообще обратили очень внимание. В городе очень плохо очищают дороги, особенно остановки, остановочные пункты. Рядность уменьшается, получается один ряд вообще полностью занят снегом, и остается, грубо говоря, из трех рядов два ряда. Силикатный тоже по двадцатке. Там, если снегопад начинается, там тоже и узкая дорога, особенно когда в лес лесное едешь, там и скользко, и все. Там бывает на конечных вообще невозможно развернуться. По итогам нашего опроса среди водителей городского транспорта в лидерах самых неубранных улицы Александра Матросова, Георгия Исакова, Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Алексея Юрина. Мы убедились, вот такие знаки местами уже не актуальны. Четырехполосные дороги становятся двухполосными. Сотрудники госавтоинспекции применяют свои санкции. По недостаткам составляются акты. Потом выдаются предписания для уборки, для устранения недостатков. Такие вот снежные валы, конечно, не заужают проезжую часть, пропускную способность транспорта снижают, в том числе и угрожают безопасности пешеходов. Штрафы назначаются должностным лицам, и это при том, что нормативы позволяют службам не очень торопиться. Снежные валы должны возиться от 9 до 12 суток после окончания снегопада. То есть в процессе, когда вот первая идет стадия уборки, техника весь снег сметает именно на обочину. Чистится на максимальную ширину стараются. То есть если сама по себе улица, допустим, 3-4 метра, то техника рассчитана на 3-4 метра, то есть как будет ширина улицы. Стараются, но, видимо, недостаточно. Как нам сказали, в ГИБДД предписания об устранении снежных валов оформляют ежедневно, а водители пока вымеряют сантиметры. Вот на ваших глазах не могут просто так разъехаться. Чтобы пропустить одну, другую приходится прижиматься к обочине, стоять, ждать. Это улица Максима Горького прямо поблизости, рядом с нашей редакцией. Ситуация точно такая же, и, собственно, опять снег, значит, все снова повторится. Посмотрим, как будут убирать дальше. Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».